Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Лихотельного Дети. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Friday Night Funkin'. И это полная версия 6 путей ада. В общем, тот же мод для меня. Этот пацан уже успел сделать полную версию. На самом деле, просто. В общем, он сказал, что здесь появится. И давайте-ка проверим. Лобби он никак не изменил, а вот задний фон он изменил. На заднем фоне перенести это может быть понятно. Так, story мод. Посмотрим туториал, как он его поменял, как он... Он сказал то, что все изменил, поэтому... 3, 2, 1, go! Такс, туториал. Right. Стрелки. Left. Right. That's how you do it. Понятно. Down. Но up, это он решил down не менять. Опять же, и все ноги. Но ладно. Down. Как с этим? Отлично. Так. Первая неделя. Посмотрим. Мы ее вроде бы смотрели, но ща. Вдруг изменил. 3, да, 2, он ее изменил. Теперь, я так понимаю, это Purple Guy из FNAF, наверное. И он иногда лагает. Он еще писал то, что больше всего он парился на 6-й неделе, поэтому от 6-й недели мы ожидаем самого лучшего. Поэтому сейчас идем на 2-ю неделю, посмотрим, изменил ли он ее. Ну, по идее, должен. 3, 2, 1, ну да. Получается, обыкновенная хэллоуинская тыква и санс. Да, чё? И так, отлично, первая получилась нормально.
самое сложное прошли, по крайней мере. Теперь у нас будет... Мы его, мы проверяли в предыдущей серии. Ну давайте зайдем, если он не изменился, тогда не будем играть в него. Он не изменился, ну тогда посмотрим, может он смерть новую сделал. Нет, смерть такая же. Ну и ладно. Так, получается, сейчас у нас будет мамка. Мамка обосрала последнюю. Она, по идее, должна быть как батя, тоже лагая. Тоже лагучая, ну да. Еще сзади меня, когда я ошибаюсь, я превращаюсь в пик. Сейчас будет финальная. Так. Подожди, там сразу несколько. А это мой голос, видимо, слышит. Это телефоне, но песни и мама. Да, реально, вот это вот песня. Но он это пока не сделал. Так и остался Among Us. Ща посмотрим. Красное шоу. Ну да, Among Us. У нас сейчас даже девушки нет. Вот сейчас это все точно.
Макс. Мне кажется, монстр удалось. Ты да, изменил этот круг. Какой черный круг. Кто же ты, клоун? Ну, ты не клоун, наверное. Классный монстр. А может этот монстр забагал мамашу? You take a piece of your brains and build a set your mind. Все свои 50 оттенков серого. Snowman smiling with your teeth. Falling and screaming with your meat. Сейчас будет, не знаю, мне кажется, самая лучшая неделя по словам чувака, которого мне прислал этот мод. Among Us опять. Ты? Опять? Да, я. В прошлый раз ты спалил меня. Но в этот раз ты улетишь прочь. Ты так не думай. То есть это... Сзади твой вопрос... То есть это голосование? Я так понимаю. Это голосование все-таки. Голосование в Among Us. И это продолжение событий после пятой недели. Кстати, тут розовый, ну как. Блин, мужик, ты здорово придумал. Сюжетом, если я правильно понял, то что это голосование. Да, правда, я у него не работал, как это сейчас было. Отлично. Я так понимаю, это голосование. Ну, ща проверим. Все проголосовали. Здесь не изменилось почему-то. Ты проголосовал за меня? Ты проголосовал за меня? Заткнись и улетай в космос. Типичный чат в Among Us. Заткнись и улетай в космос. Все проголосовали, я так понимаю, за красного. Вон над головой летает флажка, типа я за него проголосовал, я так понимаю. Вот мне еще нравится то, что он диалог здесь изменил. Это тоже пальчик себе в рот засунь, понял? Потому что ты не гость. Ненавижу этот момент.
Отличненько. Сейчас будет финалочка. Посмотрим, поменял ли он финал. Да он все здесь поменял. Это видно. Аплодисменты. Классный мод сделал. А что ж, ты улетел вместе со мной. Здесь будешь на. Здесь будет наш финальный батл. Я тебя размажу. Не с трупом. И сзади космос вместо всего этого говна. Теперь ты импу. Ну, ты до этого был импостером, но все равно. Вместе с трупом мы улетели в космос. А почему я улетел? Я не знаю. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Давайте под музыку закончим. Какую-нибудь классную. В общем, давайте вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну а с вами был Илюха 09. Это было видео по игре Хайлина от Funkin Mod про меня, Шеф Тиада. Всем пока!